Великий шведский нападающий Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры. 41-летний нападающий сделал это на церемонии после матча заключительного тура итальянской серии А между Миланом и Вероной. Златан выступил с прощальной речью, после которой шведский нападающий не смог сдержать слез. Болельщики Милана попрощались с Ибрагимовичем огромным баннером «Прощай, Бог». Напомню, что в 2020 году Златан вернулся в Милан и в составе клуба вновь стал чемпионом Италии. В этом сезоне из-за травмы Златан принял участие только в 4 матчах. Профессиональная карьера Ибрагимовича длилась 24 года. За карьеру шведский нападающий выиграл 34 трофея.